мы хотим донести людям, что сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. И с ВИЧ-инфекцией можно жить долго и долгой, здоровой и счастливой жизнью. И каждый гражданин должен знать свой ВИЧ-статус для того, чтобы знать, как предохраняться, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, либо как жить с этим заболеванием. Главное вовремя выявить заболевание, и есть лечение, которое совершенно бесплатное. Можно жить долго и счастливо.